МЧС России проводит поисково-спасательную работу по береговой линии Сямозера. Там в операции задействованы и вертолеты. Вот что нам рассказали в пресс-службе министерства. В ходе проведения спасательных работ проводятся работы по обследованию береговой линии акватории озера. В настоящий момент в безопасности находится 37 человек. Из них 12 в поселке Кудома, 25 на острове, расположенном рядом с берегом. 5 человек из 12 находящихся в поселке госпитализированы. 2 в детскую республиканскую больницу и 3 человека в инфекционную больницу. Остается неизвестна судьба 3 человек в настоящее время. Работы ведутся силами и средствами МЧС России по республике Карелия и территориальные подразделения под системы РЧС Карелии. Погибшим детям оставалось 5 дней до конца отдыха, до конца смены. Как сообщается на официальном сайте парка отеля Сямозеро, которому принадлежит лагерь «Школа рейнджеров» 2016, их смена заканчивалась 23 июня. А вот как на сайте описана программа лагеря. Основой программы является использование практического и теоретического опыта российских и международных скаутских лагерей, тренировочных центров, курсов подготовки сафари-проводников и рейнджеров. Это отличает авторскую программу лагеря от других российских лагерей рекреационно-обучающего сегмента. Цель тематического лагеря заключается в организации коллективной обучающей и приключенческой игры. Это конец цитаты. Также, согласно официальному сайту лагеря, всего в смене отдыхает до 300 детей в возрасте от 7 до 17 лет.